Всем привет, вы на канале Norden Play, с вами, как обычно, Свет, и мы продолжаем играть в симулятор интернет-кафе. Так, пойдемте отрубим эту гадость, которая постоянно орет. Надо по обычаю нам опять поесть. Так, давайте для разнообразия съедим хлеба. Жаль, конечно, что нельзя винца выпить, ну ладно. Но был бы шампусик, было бы еще веселее, как в этом фильме. Там, кто по утрам пьет шампанское. О! Чем мы не аристократы? Ну, хотя, может быть, и второй план, ну, это, второй вариант нам подходит. Но все же, я думаю, возможно, мы аристократы. Ой, блин. Кто-то очень аристократически у нас насрал. Прям, ух, ух, прям, я не знаю, прям королевски нам все обосрали. Опять, вот, как они там-то срут, я не понимаю. Так, ладно. Ма, ща, швабры, иди сюда. Как я, во! Убрали дрянь. Не, ну серьезно, кто тут срет? Что за аристократы? Пришли, насрали, ушли. Ой, там еще. Ой. Ой, я не могу просто. Насрали-то. Ой, насрали. Ой, ужасы. Так. Пока сюда тебя положу. Стульчик. Где там наша шваберка? Наша шваберка. Ой, что это такое? Панда. Да. Вопросов много. Вот она как-то тут так хорошо стоит. О, идеально. Идеально, идеально. Так. Интересно, чем сегодня там торгует мужичок? Ой, может, стульями? Ой, господи, ну да. Стульями. Стулами. Все. У меня все. Так. Да. Да ёшки-матрёшки. Так, открытые. Заходи. Заходи, покупай. Хоть все скупай. Так. Стульчик. Как у... А я куплю. А ля я куплю. Конечно, куплю. Чуть я не куплю такой стульчик. Я его даже сюда поставлю. Так, мне кажется, это сюда. Извините. Я на секунду. Так. Ой, валяйся пока. О, какой красивый стулец-то. Прям босс всех стульев. Прям, о. Прям аристократическое место, я считаю. Прям. Ух. Так. Ну, я, только я хочу поближе чуть поставить. Вот. Во, прекрасно. Не, ну красивое место. Ну, шикарно, шикардос. Так, а ты, ладно, я тебя поставлю просто тут. Да, хорошее место. Так, вам что-то нужно? А чё вы плачете? Вам холодно, жарко, писать, какать хотите? Чё вы плачете опять? Чё вам не нравится? А где мой этот... Где мой температурный радар? Так, сейчас посмотрим. Ну, тут нормальненько. Чуть тебе не понравилось? А, тут жарко. Ох ты ж. Ох ты ж. Котики вспотели. Ну, сейчас я исправлю ситуацию. А? Ну. Да, понижайся, температурка. Бля. Опять ты. Пошел отсюда! Застряла, да, сучка? Вот и стрянь. Это пипец, а? Невозможно. Пришел тут. Грабитель, блин, года. Еще раз придешь, ну, реально, не знаю уже, что с тобой сделаю. Достал. Ты меня просто уже достал. Ведешь себя как придурок.
Ой, нормальное такое место, вот лакшери. Конечно, вот что они тут смотрят, вот прямо передо мной? Это, конечно, отдельные вопросы. А то вот как на этом экране все хорошо видно, что они смотрят? Ой, много вопросов, мало ответов. Ладно. Мужчинка, что вы сегодня еще продаете? Ой, наушники. Я не совсем понимаю, зачем нам наушники. Ну, давайте мышку еще одну купим. Ну, типа, нормальная цена, я считаю, ну, такая дешевая. А зима такое ощущение, то, что к нам вот вор ходит из-за того, что вот мы там, наверное, что-то скупаем. Наверное, из-за этого активно ходит. Ну, я не уверена, конечно. Надо тут мышку потом заменить на лакшери мышь. Не, я просто не знаю, ну. Наверное, из-за этого ходит, потому что я других объяснений, почему так часто ходит, не просто, ну, мне в голову не приходит. Ладно, что я еще хотела? Наушники. Я не знаю, зачем, но, наверное, они потом... Или нахрен нам они сейчас нужны? Ой, опять ты идешь. А можно я тебя сразу огрею? Так. Ты серьезно? Ладненько, я сейчас попробую. Мне вот просто интересно, что будет. О, идет! Идет, дружок. На. Страйк, блин. Достали, блин. Еще раз подойдут, блин, всех это огрею. Достали, жуть. Что, у тебя что на жопе? Почему у тебя след шины на жопе? А ты что за лакшери, чувак? Я тебя что-то раньше тут не видела. А ты вообще местный, не местный? Ты вообще кто? Вы опять пришел, да? Ну иди сюда. Иди сюда. На! Еще раз сюда подойдешь, опять огрею. Ну. Ну, буду ходить, вас бить. Иди сюда. И ты иди сюда. Достали вы меня оба. Хуй тут, блин. Вынюхивает что-то. Ну, где ты? Воришка-то, блин. Ча, я тебя устрою. На. Где ты там, ворюга? На, блин. Достал, блин, меня. Я очень агрессивна и опасна сегодня. Достали, блин. Не, ну сколько можно? Сколько можно? Ух, спокойствие. Только спокойствие. Так. Кому тут что-то нужно? Иначе я тут с этими... Ой, турками, блин, с ума сошла. Вы отправьте воду. Ну, сейчас я тебе воду отправлю уже здесь. Жуть. Не, ну жуть. Не, ну что за люди? Что за люди? У нас в Голливуде. Приходят тут, блин. Понимаете ли? Тебе воды, да? Ну на. У нас, правда, народ так мало. А, это, наверное, из-за того, что везде свет вырубило, да? Ну ладно. Ну ладно. Ой. А ты, надеюсь, не за тот компьютер? Не. Ой, отлично. Отлично. Сейчас мы вот так сделаем. Мы сейчас поставим сюда крутую мышь. Так. Это мы продадим. Так, а у нас тут везде места нормальные, да? Да? Нормально все. Народ так мало, а. Где у нас продающий аппарат? Мы мышку хотим продать. Ой, женщина, нас можно продать? Ну ладно. Так. Ну-ка. Я тут помню, что-то тут было это. Ну-ка. Что-то тут можно было. О. Мы это купили? Да. Типа рейтинг должно поднять нам. Ну-ка, сейчас посмотрим. Нет, не то. Да, я не то нажала. А, мама, майстер. Да.
Можно повеселить с друзьями, но не друзей. А, все, я поняла. Короче, из-за того, что к ним там спам какой-то приходит. А сейчас я уберу. Подождите, подождите, котики. Айстор. А куда я нажимала? Да, я не туда нажимала. Подождите. Вот. Ну, рекламу, наверное, заблокируем. Вот. Нате, котики. Я не знала, что проблема в этом. Ой, блин, а откуда у нас это? Счетов-то столько стало. Опять отель. Да. Хакеры, завязывайте. Ой, а что это там? Нам так много денег начали давать. Замечательно, замечательно. Ой, опять ты воришка, да? Опять ты там ходишь. Ну, зайди сюда еще раз. По мордам-то получишь быстренько. Так. Не, ну эти счета, конечно, вечно. Что это? А так, что такое? You must pay. Я не понимаю. Что это такое? Unfair attack? Чего? Какая атака? Атака на что? А я не совсем понимаю, на что нас атакуют-то? Не совсем догоняю, ну ладно. А, ну, кафе арендает, я понимаю. Ладно, мы сначала это заплатим. Ну вот это что за счета? А, типа отражение атаки. А за что? Какую атаку мы это? Не совсем понимаю. Ладно, я один оплачу. Да. Вот док он хочет. Ладно, ждем. Купите компьютер, не приходится. Чего? Что? А что вам опять не нравится? Я вам даже это... Ну, все вам все не нравится. Какие-то вы ужасные. Стена. Май. Ну, такой себе, конечно, дизайнчик. Жуть. Пол. Угу. Ладно, нам пока не до дизайнов. Что-то им все не нравится, да и не нравится. Лучше, чем что токи, токи-тики. А что им опять не нравится, понять не могу. А, это блок у нас стоит. Ну вот, смотрите. Я вас подумала, вам блокиратор рекламки поставила. Им все не нравится. Это им не нравится, то им не нравится. Недовольны это вечно. Чё вам не нравится? Нормально же все. Все прекрасно, все хорошо. А то, что у вас там порнуха, по-моему, вот это явно не я что-то там это. Это вы там какие-то порно-сайты заходите. Тем более, тут уже такое хорошее оборудование уже становится. А вам все не нравится. Вам вечно не угодить. Так. Ты, надеюсь, не ко мне. Ой, где моя бита? Иди сюда, родная. А ты пошел отсюда! Гад. На. А ты чё, блин, тут все? Смотри лучше. Ходят тут всякие. Так. Я хотела игры докупить. Иначе им там все вечно не нравится. Ой. А, ну это я продала это. Так. Игры. GTA у нас куплено. А я вот так сделаю. Останется две купить. Вот и отлично. Так. Так.
Ну, сколько у нас времени до конца? Кто-нибудь придет, не придет? Ну. А, ты еще не ушла? Ну, давай, иди, иди. Тёть, ты тут столько уже сидишь? У меня много вопросов. Так. Ну, нормально у нас везде температура. Ой, здесь жарко. Бургер стухнет. А вы тут все ходите, ходите. Правильно. Светочке нужны деньги, ходите. Не, ну стул, конечно, королевский. Ну? Ну? Вам что-то... Ой, ему же что-то нужно. Что вы теперь-то хотите? А, и наркосик. Ладно. Ладно, я схожу. Эх. Энергетик. Не, ну по чуть-чуть-то начинаем жить, я смотрю. Так, по чуть-чуть. Все, по чуть-чуть. По чуть-чуточку. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Так. Мне все же интересно, что это за счета такие интересные, что ты? Что я вообще оплачу? Какие атаки? Так. Хоккерюги у меня уже достали. Тут. Я хочу посмотреть на свой компьютер. Ага. Да-да-да, вы не потеряли ни одной криптовалюты. Тебе повезло. Что это такое? Не совсем поняла. Ну ладно. Это я уже завтра оплачу. Не, ну все равно. Какие атаки? А, отраженная атака. Отраженная атака чего? И так, на всякий случай. Так, а, все, время уже все. Значит, пойдемте домой. Так. Ой! Чувак, извини. Сиди. А ты какой наглый. Пардоньте. Не заметила. Пардон. Хотя смотрела. Откуда он вообще взялся? Ну ладно. Бывает, бывает, бывает. Как-то так оно само вышло. Даже к этому как-то свою лапку не прилагала особо активно. Значит, надо опять спать идти. Сейчас мы все сделаем. Сейчас мы раскрутимся. Так. Ой, заткнись. Будильник такой противный, не могу прям. Пожрём. Ой, я нас дверью шибла. Так. Сожрём банку. Так. Так. Ну и пончик, ладно, пофиг. Ну, идемте. Куда мы идем? На работу мы идем. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Не расскажем мы о нем. О, нет, о, нет, о, нет. Это что за модник тут ходит? Так. Ну, я смотрю, что у нас тут. Ой, телевизоры. Стул. Вот клавиатура только интересная. А все остальное какое-то... Ну, не знаю. Ну, посмотрим, как говорится. Могло быть, конечно, и получше. Так. Ну, насрали. Опять, в принципе, чему я удивляюсь. Прям на бургер насрали. Так. Как они срут под компом? О, отлично. Все убрали, все сделали. Так, 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 так. Идите. О. Нам как раз нужна была клава. Так сказать, для нового места. Хотя уже вы нам тут все засрали. Сказали, фу, как сюда ходить можно. Что, не знаю, нормально сюда ходить. Вот. Пусть будет так. Ну, так тоже можно работать. Ой, я не стой тут, а? Достал ты меня просто своим видом.
Иди отсюда. Так, пойдемте купим. Они одинаковые, что ли? Зонд, мант, Е-99. Да, Е-99. Стул какой-то. Ну, откровенно говоря, не ахти. Вот это ладно, я возьму. Мы же сделаем потом игровую комнатку. Вот. А он, по-моему, никуда... Ага. А он так не ставится. Ну, ладно. Ой. Ну, нормально. Мы чуть-чуть скупаем. Так, ты хоть школу. Куда тебе? Ну. Так, чего вам всем не нравится? У меня вообще очень хорошее заведение. Так, мне им, мне им. От хакеров, защита ваших. Личная информация от хакеров. Купите. Покупаю. Ну. Что это вообще такое? Что это за щит? Я не понимаю. Что это за Unfire Attack? Что это? Так. Так, я надеюсь, ты не ко мне сюда идешь, варюга. Я тебя там боковым зрением-то уже вижу. Хм. Не знаю, что за Unfire Attack? Что это такое вообще? Так, кому вода, кому вода? Пирожки, беляши. Кукуруза. Так. Больше нечего взять, да? Ой, ты тут все ходишь. Крадется там, крадется. Тут больше не на что посмотреть. Так, ты не ко мне сюда крадешься, а? Чего? Вот ты в наглую сейчас ко мне сюда пойдешь, да? Ну, давай. Ты охренел? Вот скажи мне. Пошел отсюда. Не, ну вообще охреневший. Ну, извини, мужик. Я не виноват, что к твоим коленям вары падают. Как-то оно само вышло. Я вот даже не специально. Я даже не старалась это сделать. Ну, бывает. Ну, что вы теперь? Так, мужчина, а вы что сюда заглядываете? Вот я выполняю вашу задачу тут. Стою, блин. Сбитый. Не, ну жуть какая-то, а? Что это такое? Даже никуда не отойти. Ходит тут. Бродит. Да. А вы по каким тут троем сайтам-то ползаете? У меня много вопросов. Что это? Ну, явно не я там что-то искала. Так. И ты отсюда сразу уходи. Просто сразу... Так, а можно меня это не толкать тут? Толкают тут всякие. Так, что тебе? Что ты плачешь? Солнышко, что ты плачешь? Температурка тебе что? Ой, тебе холодно, зайчик. Ой, тебе господи. Извини. Жопка у тебя замерзла, да? Ой. Извини, котик. Теперь твоей жопке лучше? А чё холодно-то? А как мне тепло сделать? Блин, камон. А как я им тепло-то сделаю? Ой. И как тут это делать? Явно не вентилятор. Все подходит вам. Ну, вот с временным... с функцией быстро... Я понимаю, это охлаждение. А, чтобы тепло было. Как сделать, чтобы было тепло? Или он уже отогрелся? Я не понимаю. У котика жопка замерзла, там у какого-то.
Так, ты что пришел сюда? Ну? Мне на что-то сейчас штраф, что ли, выпишут? На что? Чё-чё? Ну-ка. Сейчас сразу посмотрю. Вот. Мне на что-то... Походу дела, штрафы какие-то выписывают. Или что это? Может, это за то, что я этого бью, а? Не, у меня просто вопрос такой. Я уже не знаю. Ой, ладно, короче, оплачу. Все, пошли все в копу. Я не знаю просто, что это. Я просто не понимаю, что это за странные штрафы такие. Хм. Непонятно. Ну, ладно. Или, может, мне приходит такой... Ага! Тут дохрена того, что было спыжжено. Знаете, вам штрафчик. Или чё? Я просто не понимаю. Или, может, мне нельзя ходить по улице, бить людей, а? Не знаю. Ладно, посмотрим. Не, ну это, конечно, странно. Какие-то штрафы приходят. За что? Вообще ничего не сделал. Вообще милый на душе человек. Вот. Пойду обслужу клиента, так сказать. Человек вот энергетика захотел. Отнесу энергетик. Не, ну нормально вообще. А что, вы все хотите? Понимаю, конечно. Всем внезапно нужен энергетик, да? А, тебе нужен еще. А чё вам всем внезапно нужен энергетик? Я же понимаю. Всем внезапно потребовался энергетик. А, конечно, интересно. Хорошо. Мы тогда сразу их купим, туда кинем. Но я все равно не понимаю. За что? Что я не так сделала? Кого я побила? Не, ну кого побила, я-то в курсе. Что вы нельзя делать? Ну, так, у меня предположение есть. Ну, чисто такое. Ну, конечно, странно. Вот ему, типа, можно ко мне приходить, а мне его бить нельзя, да? Интересно, конечно. Ну, блин. Надо потом почитать, что это вообще значит. За что я плачу просто? Ну, или за то, что я у того торговца покупаю. Хотя, ну, это было бы странно. Ну, хотя, мне кажется, за то, что я хожу по улице и бью этих. Бомжей. Наверное, мне за это штрафы приходят. Ну, мне кажется. Я как-то проверять особо не хочу. Опять платить, блин, за черти что? Не хочется. Я... Хакеры? Да вы достали. Серьезно. Да жуть. Сколько можно? Ну сколько можно? Тут. Ну, давайте быстрее кончайте там всю эту рекламную паузу. Не, ну, зато место более-менее становится. Ладно. Понять не могу. Я свет выключаю или включаю? А, включаю. Ну, так вам лучше? Ну, да, я знаю, что у меня ничего не украдено. Ой, блин, жуть. Но мне все же кажется, то, что да, это, наверное, за то, что я хожу, бью людей. Наверное, из-за этого. Так, чё, гамбургер, кокс, кокс и, а, кокос. Ну, ладно, гамбургер и кокс. Как скажете. Ой, ёшки.
Так, а вы уже ушли, да? А, ну ладно. Вы надо тогда этих гамбургеров еще туда заказывать. Накидай, короче, блин, целую кучу. Пусть оно у этого валяется. Надо сразу заказать. Буду сейчас перекидывать. Коксы, гамбургеры. Мне, пожалуйста, все ваши сосиски в тесте, что есть. Ой. Так. Ой, ж ты ж. Так. Ну, давайте. Давайте. Мы пока зарабатываем на всем, что только можно. Так. Тебе энергетик нужен, да? Ну, энергетики есть. Допустим. А что мне за это будет? Ой, иди отсюда. Я из-за вас мужчина. Одни неприятные. Хотя, по логике, это на моей территории, если он, я его тут огрею, ничего как бы и не будет. Наверное, это все из-за того, что я ходила по улице и била. Так, весело. Ну ладно. Мне кажется, из-за этого. Вот если он зайдет, я его огрею и посмотрим. Придет мне там еще один какой-то штраф. Хотя это странно. На! Что у нас? Ну, женщина, ну давайте быстрее виляйте своей попой к выходу. Ой, у нее что там? Штанишки жогаются, это... Жопка штанишки съела. Ой, жуть, жуть. Что-то я смотрю, к нам посетители-то это по лакшери начали ходить. Чуть-чуть так по лакшери. Так. Сосисон. Кому-нибудь надо сосисон? Никто не хочет сосисон? Женщина, сосисочку не хотите? Ну и как хотите. Как хотите. Ой, идут. Так. Сосисочку сюда. Прекрасно, я считаю. Блин, воды тут нету, я смотрю. Мужчина, пропустите. Пропустите меня. Так, кто-то что-то хочет? А, никто ничего не хочет. Тык. Просто водички. Блин, пора будет скоро все закупать. Заново. Я надеюсь, больше никаких штрафов не хапану, а? Нафиг надо. Мужчина, вы уходите от нас. Ой. Я, конечно, не знала, но на. Я не знала, что ты хочешь. Воды. Наша кучка. Кучка-могучка. Продуктовая кучка. Вы что-то хотите? Вы еще что-то хотите? Ничего не хотите. Ну и ладно. Вот и буду делать дальше свою кучку. Свою могучую кучку. Так. Все перенесла. Все перенесла. Просто есть могучая куча. Всякой дряни. По-моему, будет потом продукты опять закупить. Так, где наш шоп? Вот теперь нету. Да ну нафиг, не буду я больше ходить, бить людей. Так, что там надо купить так? Так, всего по 10 куплю. Нас все равно это все покупают. Так, ну, сосисонов, котлетосов, шоколадок. Так, если 10, то пусть будет 17. То пусть будет 12. Ой, ну колы-то еще много. Пусть будет. Так, мне. Вот что мне нужно еще взять туда? Шоколадок. Потом энергетиков там нету. Все. Ой, ха-ха. Ой, понятно, он там еще рубится, долбится. Мы пока это делом займемся. Мужчинка, что ты хочешь? Что такое недовольный? Что тебе опять не нравится? Не нравится ему там что-то. Как там говорят, нравится, не нравится? Танцуй, моя красавица, пусть будет так.
Еще что-то не нравится, там сидит, блин. Недовольный, блин, какой-то. Писец какой, а? Наглый мужчина какой-то у нас попался тут. Не нравится, блин, ему там что-то. Блин, как я, правда, в этой куче буду потом что-то искать, а? Да не, можно выбрать, он нормально. Нормально. Разберемся. Ой, сколько тут шоколадок. Нормально, нормально. О, пошел, виляющий своей походочкой. Так, все? Вы кончились все? С шоколадкой в пол. Господи. В пол. В этот. Как это называется? Не, ну это нормально, из головы вылетело. Ну серьезно, этот. В стенку! Ё-моё! Жуть какая. Это надо было? Забыла, как это называется. Стена. Шоколадка в стенку. Кондиция не долетела. Ну и ладно. Так, они все? Все отсюда ушли. Фух, какая прелесть. Хотя, может, стульчик сюда какой-нибудь поставить? Было бы вообще прекрасно. Так. У нас все заменено, я считаю. Все заменено. Начнем потом по чуть-чуть делать здесь уже это место. Почему бы и нет? Денежку еще. Хочу столы чуть-чуть, конечно, поменять. Было бы вообще прекрасно. Было бы вообще просто лакшери. Все, я так понимаю. У нас день кончился. Мы пошли. Что ты дуешь? Что ты дуешь, мужчина? Что вы дуете? Пойдемте. Пойдемте спать. Нам срочно нужно поспать. Я думаю, да? Срочно нужно поспать, да? Ой, и не надо. Ой, что это тут? Что это? Вот это наш кабинет, да, что ли? Домашний. Ну, жуть какая. Да. И на этом прекрасном моменте мы заканчиваем серию на сегодня. Всем спасибо за просмотры. Обязательно ставьте свои пальчики вверх. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал. И мы скоро встретимся в новых сериях. Всем пока!